Приветствую всех друзей на канале Shadreal Play. Меня зовут Дмитрий. Друзья, мы продолжаем с вами экспедицию в Рим. В прошлой серии мы усмирили 11 регионов. Сейчас надо ехать к Клеопатре, насколько я помню. Ну да. Едем к Клеопатре, ковер отопрем и еще что-то там поговорим. Сказали приехать быстро, но быстро не получилось. Плюс в прошлой серии у нас появилось новое оружие. Новое оружие, которое третьего уровня максимальное. Новые кинжалы, новые мечи. Сейчас надо посмотреть, что я хотел. Цеза прокачать меч. Просто он у нас и в претарианском отряде участвует, и в основном отряде. А меч у него сейчас не очень лучший. Я ему свой отдал, но надо что-то лучше сделать. Попробуем его прокачать. Пока будем ехать к Клеопатре, как раз и прокачаем. Если там, конечно, боев не будет. А, прокачка мгновенная, точно. Тут ждать не надо, то сразу делаешь и все. Так, а ну подсветите, мне ничего не вижу. Во. Давайте попробуем меч. Как он называется, во-первых, точно, чтобы случайно чужой не прокачать. Гарпа 2. Или Гарпа 2. Так, улучшение. Базовый урон. Это мой. Интересно, а больше можно улучшить? Нет. Размечтался. Ну ладно, давайте тогда меч, вот он, да? Да, вот он меч, надо 11 безупречных осколков, и тогда он будет очень мощный. Я думаю, сейчас мы эти осколки с вами навытаскиваем кое-откуда. С наших мечей, которых много, только надо синие разбирать примерно. Примерно синие. Подожди, а вот у меня есть амулетик. Амулетик, по-моему, круче, чем... Точность 4, предел защиты доспеха 2, сопротивление рубящему 5%, дробящему 4, рубящему все сопротивления 1, 4. Хороший талисман, первичный амулет. А у тебя что, Бубулкус? Амулет-то нет, а вот он такой же. У нас два одинаковых, только название-то одинаковое, а вот точность здоровья есть. Максимальная концентрация 4, предел защиты, сопротивление дробящему урону, рубящему и колющему 5. Тебе можно менять. Меняем. Поменял, пусть так будет. Синерос. Что у нас по талисманам еще? Один вот. 1-1. 1%, здоровье 2, шанс крит, минимальный базовый 1. Сопротивление дробящему, все сопротивления. Ну, это для защиты хорошо. Но не более. 12% крит, сопротивление рубящему 6. Ну, это хорош, конечно. Дионира, хочешь себе такое? Мы, кстати, с Дионирой уже вместе живем, если вы не в курсе. Кто прошлую серию пропустил? Нет, это все не очень. И тоже, я думаю, не очень. Тут все лучше. Конечно, все лучше. Идем по нарастающей. Вернее, по убывающей. По убывающей. А у тебя нету, что ли? Атрия, как ты вообще живешь в этом мире без амулета? Как ты вообще? Ты, наверное, где-то болел, наверное, когда я раздавал амулеты? Наверное, он, наверное, болел. Ладно, давай инвентарь сюда. Инвентарь весь. Давайте разбирать потихонечку. А что мы будем разбирать с вами? Вот такие мечи надо. Первичный кинжал. Хотя это хороший кинжал, между прочим. Особенно для таких, как... Таких, как вот он. Насколько он хуже? Да хуже. Ну ладно, кинжал не разбирай. Давай копья всякие разберем. Вот их меньше. Давай, наверное, попробуем так. Или как? Не знаю. Давайте копья какие-нибудь похуже из древненького. Которые вот такие 5-7 уже. 33 обычных осколка, 15 хороших, 5 безупречных. Мне надо было 11. Разобрал. Еще что-нибудь разбирает эдакое... Эдакая из древнего. Ну вот, хороший кинжал. Кому он нужен? Один клинок кинжала, 20 обычных, 10 хороших и... И все. Безупречных не было. Из хороших не будет безупречных, да? Наконечник копья, 17 обычных, 8 хороших. О, есть, хватит. Но теперь хватит. Так повезет тоже, ведь. Так, вот этот мечишку. Гарпа 2. Блин, два еще. Давай что-нибудь из древнего.
Меч Архилая, кстати, первого уровня. Если его прокачать, он может быть очень хорошего уровня. Но прокачать нужно ресурс. Так, вот это давай. Наконечник копья. 23 обычных. 10 хороших. 2, 2. Нету, блин. Глади номер 1. 19 обычных. 10 хороших. О, есть безупречные. С второго раза попадаются, хорошо. Кстати, тут нет доспеха. Это кто вообще? Бомбий. Ты знаешь, что у тебя костюм не айс? У тебя 2, сопротивление 8, но тут сопротивление рубящему. Сопротивление рубящему 4%, сопротивление огню 8%. Доспех, конечно, упадет вниз, но... Но это же поинтересней, чем обычные греческие, согласись. Где мои доспехи? Может, еще что-то подобрать? Ты не стесняйся. Хочешь вот эти вот трусы? А это все не очень качественно. А вот. 5, 7, 1. Нету именно, чтобы оно было элитное. Вот 0. Дробящему 4, спотильно колющему. 4 своротя рубящему и 7% огню. 8 огню, сопротивление рубящему, 8, сопротивление дробящему. Вот это надевай. Это поинтереснее будет. Во. Правда, прохладно будет, конечно, вечерами. Квинтий Атрий. Предлагаю поменять тоже. Будет больше всякого добра, чем вот эта вот единица брони, она ни о чем. Ну, у тебя хороший. Грех жаловаться. Так, я еще хотел костюмчик Ларику поменять. Калиде, пока она болеет. Улучшение. Но это важнее. Сделать третьего уровня, и мы это сейчас сделаем. Поехали. 8-11. Хорошо стал. Атака в подходящий момент дважды. Дважды бьет подходящий момент. Режет жилы. 5-15. 14-24 колющего. Блин, прикольный урон. Прикольный. Хороший, хороший. Цезарь теперь вообще машина убийств. Он и бронированный. И еще и с отличным мечом третьего уровня. Ему бы еще шляпку там найти бы. Это я, цезавод. Ну, конечно, мы будем только уникальные доспехи улучшать, потому что на все не хватит. Генера, у тебя что? Копье Александра, хочешь второй уровень? А щит? Цезарь, у тебя что со щитом? Тоже второй уровень. Блин. Блин. Как у вас называются... Подожди. Дионир и слабенький удар. Ей бы копье Александра Второго прокачать до третьего уровня. Александра Второго копье. Вот оно. Да, вот оно. Чтобы прокачать, нужно 8 безупречных штучек. Давай, она очень слабо бьет. Когда писаем критическую урон, брат противника на 3 гекса. Давай еще 8 наразбираем. Оно у нас этого добра дофига. Где это мои доспехи? Инвентарь. Да все на свете ставь. Сейчас попробуем самых низов. Самое древнее наше. Что можно разобрать, разбирай. Ну вот это ж все, да? Старый шлем Цезо. Ларика. Героические одеяния. Туга один. За это ж ничего не дают, да? Ну, давай разберем, посмотрим, конечно. Обычная доспешная пластинка. 13 обычных осколков и все. Мусор чисто, да? 11 обычных обломков, 4 хороших, а мне надо 8. Да, долго мы их будем собирать. Долго мы их будем собирать с таким подходом. 4, 3. Бывает. Сетка для легкой кольчуги, 18 обычных, 10 хороших. Блин, нету. Обычная доспешная, 9 обычных, 5 хороших. Вряд ли будет что-то еще. Нету на... Из этих нет обломков достойных. Этот меч забрать. Ой, копье. 12 обычных, 12 хороших, 8 надо. 2 безупречных. Блин, мы долго будем это делать. Меч Архилая не вздумай. Щит можешь попробовать, но вряд ли там будет умбон. Даже обычных нет. Вот дерьмо. 12 обычных, 9 хороших. 8 надо. 4.
У меня 6, еще 2 надо. Что-нибудь разобрать, эдакое малонужное. Давай этот щит или вот этот. Давай вот этот глади один. Не, давай копья. Копья немало кому нужны. Хороший. 2 нужно. О, 2 есть. Все. Сейчас я Дионире прокачаю эту штуку. Так, Дионира, вот она. Копье Александра 2. 12, 12, 45, 99. Это все есть. Улучшаем. 7, 11. Когда персонаж наносит критический удар, вот это уже оно. А то 6-9 было, это ни о чем. Щит еще можно прокачать, но опять же 12 нужно. Или щит вот этому парню тоже 12 нужно. Было бы неплохо, конечно, это получить. 2 щита. А что у нас у остальных? Что у нас у остальных? Все нормально? Ну, Шет, Квинтиль и Бубулкус жаловаться грех, конечно. Лучшие мечи и все остальное. Цеза тоже. Цеза тоже, но щит бы, конечно, не помешало бы с доспехом королевы прокачать. Здесь у нас тоже, ну, нормально бьют пока что. Тоже, да, не помешало бы и то, и это прокачать. Но опять же, это все ж осколки. Вот 3-го уровня копье Александры. Но это тут вы обойдетесь. Щит Медура, ладно, все, пока. Давайте не будем все разбирать, потому что, сами понимаете, пригодится еще. Может, мы что-то выбьем по дороге. Может, сейчас Клеопатра нам что-то задарит ценное. Куда иду? Среди нас есть лазутчики. Мне всегда казалось, что Децим какой-то подозрительный. А нам не надо ни с кем пообщаться. Это у нас капитан, да? Наставник Гави. Да, это с ним пока не надо. Сейчас я с Калидой пообщаюсь. Мы и лук прокачали, кстати, тоже. У тебя ж лук прокачанный, Калида? Да, доспехи только осталось прокачать. А когда ты выздоровеешь уже? Каледа 3 уровень. Да, лук мощнейший просто. Дионир, зачем ты убиваешь так быстро? Выживший враг убьет тебя позже. Надо убивать первой. Блин, я с ней живу в одной палатке. Ты великая воительница. Если тебе нравится убийство, то и зрители не понравятся. Каким зрителям? Зрителям есть всегда. Дионир, как дела? Мне всегда приятно тебя видеть. А тебе, бестия? Давай поговорим. Ладно, не надо. Так, что по войскам? А то мы скоро начнем проигрывать. Мы же с прошлой серии, когда нас хорошо бомбануло, когда Бомби пришел к нам, да, мы решили больше не проводить битву квадратиков и решили автоматически это все сбрасывать. Потому что уже сил не было. А вот есть проблема. Если вдруг нам не хватит войск, особенно Афрорум, там набеги все быстрее, нам надо пополнить. У нас 1000 раненых, представляете? А здесь никого. 1000 раненых, это много. Так они восстановятся. Так нас недавно нападали. Ладно, пусть восстанавливается, может, выздоровеет. А вот когда мы нападаем, есть риск, что нас убьют. Поэтому давайте, наверное, сюда 300 тысяч потратим. Может, нападаем-то первые. Да, я вот так восполню, а эту 1000 оставлю, пока пусть будет. А там раненые, там могут восстановиться еще. Все, теперь мне надо дождаться Дианиру, чтобы что... Ой, не Дианиру, а Каледа, чтобы восстановилась. Еще кто-то там у меня больной, кого-то укусили за ногу. Так, и, собственно, мне надо к столу подойти. Да, я могу создать огонь за 30 монет, почему бы и нет, восполнить. Годится. Один огонь пусть всегда будет. Ну, поехали. Оставляем мы наше войско, наш легион здесь. А сами поехали к Клеопатре, ехать далеко. Ехать далеко. Поэтому поедем. У нас тут еще есть легион. Поэтому едем мы с вами. А куда ехать-то хоть? Не знаю. Заданий нет. Ну, ковер отмечаю, там доберемся по ковру. Вот сюда нам надо ехать. Я бы ее не нашел бы, потому что основное задание не светится. Так, есть. А здесь Афрум пусть забирает.
лекарства, потом деньги. Этот не могу это сделать, потому что на кнопочки находит. Есть. Так, теперь забирай здесь афрум. Ресурсы нужны всегда. Есть. И деньги не забудь забрать. Афрум. Годится. Еще что-нибудь есть по соседству, что можно ограбить? Ну как ограбить? Позаимствовать. Почему ограбить? Тут нету. Там рабы есть. А вы что сидите без дела? Идите забирайте еду. Лего и Виктрис, давай. Вас туда. А вас я отправлю далековато, конечно, но что делать? Далековато, ну, надо брать. Надо брать. У меня он, кстати, не захвачен еще. А, так это вообще регион не захвачен. Ну, сюда хотя бы сбегайте уже. Ну. И я пока доеду, и вы добежите. Новые тактики. Пайки 90. Террасиди поправился. Удалось выполнить задачу. Пайки. Небесный двор. Входим, да. Браво. Ух ты, тут все обязательно должны быть даже раненые. Каледа, необходимо назначить каледа. У меня 5 из 6, один раненый. Нельзя пока подтвердить. Надо менять. Когда ж ты выздоровеешь? Отмена. Надо погулять по территории. Когда она выздоровеет? Она выздоровеет у нас... А я не знаю, когда она выздоровеет. Когда она выздоровеет? Она выздоровеет. А через сколько она выздоровеет? Исцеление завершено, исцеление завершено. И надо забрать. Тогда я пошел обратно. Нет, ты возьми здесь сначала. Это ж оно. Да, возьми ресурсы. На небесный двор пока не можем мы с вами попасть. Давай через этот легион, я думаю, можно будет все у нас получиться. Вражеские передвижения. Так, Фиом. Где располагается Фиом? Даже не знаю, где он располагается. 10 лекарств, да, забирайте. Фиом, Фиом. Все, окей. Я даже не читаю, потому что оно все везде одинаково. Фиом, это в каком районе вообще? Фиом здесь. Значит, пойдет сюда этот легион. Викторис, будете обороняться вперед. Все, естественно, в автоматическом режиме. Новые тактики. Запасы обновлены. Шивоазис. Спасите лагерь Шивоазис для осуществления. Да, я сюда и заходил. Вернитесь к Клеопатре с ковром. Да, обязательно. Как только. Так и сразу. Так, мне вернули... Каледа вернулась ко мне. Потому что без Каледы мы не можем квест выполнять. С моим Гладием что-то неладно. Он как будто недостаточно острый. Возможно, он острый, просто это ты устал. Или, возможно, кузнец не проявил усердия. Так, на кузнеца уже жалобы пишет. Все, все у меня здоровы, все выздоровели, все в отряде. Улучшение взять пока не могу. Настройка-то не отсюда. Что у нас там за тактики? Что у нас появилось? У нас появилось что-то, что-то, что-то. Так, отряд прокачан. Эти все наняты нами. Минуту, мне надо попасть в инвентарь. Тактические предметы. А какие же у меня тактические предметы обновились-то, а? Или где их забирать? Что-то я в этот момент забыл. Я их изучил? Или где они должны были восстановиться? Нет, ну карточки я помню. А вот это вот, куда я посылал чувака, который должен был их и найти. Ладно, забирай то, что есть. Полевой лазарет. Удалось избежать ранений 240. Численность врага минус 400. Вражеский боевой дух минус 40. Давай вот это лучше. Полевой лазарет удалось. За 80. Давай вот это. Или это не здесь, наверное, да? Это в другом у меня. В другом лагере же изучение, да, идет? Хотя какая разница? Эти что все здесь. Не знаю, не знаю.
Так, я могу, у меня есть 1500 динариев, есть еда, есть лекарства. Динария, лекарства. Динария, пайки. 250. Деньги не помешают, мало ли что. Все, деньги забросил. Деньги забросил. Кузнец, ждем осколки для прокачки. Отправляемся. Сейчас будет, правда, битва, но мы к ней готовы. Или не сейчас? Нет, не сейчас, попозже чуть. А мы поехали к Клеопатре. Каледа теперь в команде, теперь нас сюда примут точно. А без Каледы нет, что, бой будет или что? Так, приятель, не стой на месте. Забери хотя бы рабов. Отлично. И тут если стоишь, ну тут в принципе это больше... А это чей? Ничей, это верхние. Это мы захватывать будем чуть попозже. Ладно, давай сюда. Все, теперь все 6 можно войти, да. Банда может войти. Куда нам сначала идти? Собственно, только к Клеопатре. Ну, пошли сразу к Клеопатре. Покупать нам нечего. Покупать нам нечего. Несемся вверх. Сейчас Клеопатра очень расстроится, когда узнает, что у нас ковер-то не оригинальная копия. Ну и не худший, конечно, это кто. О, привет. Как дела? Наверняка у тебя сложилось свое мнение о Небесном дворе. Прежде чем покинешь нас, я хочу кое-что обсудить. Давай, говори. Племена можно разделить на 3 сорта. Те, что поддерживают наши стремления, те, что пока не определились, и те, что уверенно пытаются нам помешать. Последний представляет собой трудность, с которой необходимо разобраться иначе. Обычно после иначе следует угроза. Я лишь старуха. Было бы глупо с моей стороны угрожать представителю Великой Римской Республики. Я могу лишь предупредить тебя, надвигаешься опасно. Какую именно трудность? Я представляю, что на Самону сумеет создать некое подобие вашего Рима, место, где каждый правит сам собой. Но некоторым вождям хотелось бы получить от этого выгоду за счет моего народа. А этого я позволить не могу. И почему же это наша общая трудность? Союзы складываются к взаимной выгоде. Я твоя союзница, один из вождей. Против того, что я считаю лучшим будущим для нас Самонов, и, следовательно, против тебя. Поверь мне, нам обоим будет лучше, если мы уничтожим его племя. Скажи, как нам разрешить эту трудность? Одно из племен настроено так враждебно по отношению к Риму, что всячески пытается подорвать наш союз. Нужно показать, как глубоко они заблуждаются. К несчастью, лишь один язык они понимают в полной мере, язык копья и меча. Этим языком я владею совершенством. Скажи, где наши враги, я с ними по... А у тебя разве нет воинов в племени? Бесспорно есть, и они уже направляются к нашим врагам, чтобы покарать их. Я лишь предложила тебе присоединиться к охоте. И в чем моя выгода? Просишь денег? Я думала, высокопоставленный Риллион Зазона трудится за динарии. Да ладно. Да ладно, всем нужны динарии. Если исполнишь мою просьбу, я отдам тебе свое копье. Ух. Оно старое, но духи сохранили его в первозданном виде. И оно верой и правдой служило мне. Вот блин, надо не спешить прокачивать копья. Хорошо, я присоединюсь с твоим людям, и вместе мы накажем отступников. Превосходно, золотая волчица — новая цель. Наши враги прячутся в заброшенной деревушке в пустыне, встретимся там. Слушай, случайно квест нашел? Вообще случайно. Могу представить, сколько пропущено было. Ладно, давай сначала к этой, Клеопатре. Но у меня есть как раз у дедушки слабый посох, и копья у претарианцев остались. Денирей только что прокачал, хотя, может, и не стоило этого делать. Здорово. А ты не торопишься, дам? Ты не единственная моя забота. Очаровательно, но неубедительно. Именно благодаря мне ты сможешь выиграть войну. Я сомневаюсь пока что.
Приступим к делам, не откладывая. Насколько я понимаю, тебе нужны улики для Сената, чтобы судили твоего противника. Я счет ковер тебе припер, даже два. Что-то, что докажет его деловые связи с моим мужем. По счастью, мой супруг хранит подобные записи обо всех подробных расчетах. А если у тебя способ получить эти записи? Прервешь меня снова, я прикажу высечь тебя на глазах у твоих людей. Смотри, чтобы я тебя не выпорол. Тот Толемей хранит все учетные книги с записями о торговых сделках в своем дворце в Александрии. Мы навестим моего дражайшего супруга. Полагаю, тебе полезно будет с ним познакомиться. Александрия расположена в сердце вражеских земель. Не беда, народ Египта не станет нам помехой в пути, а муж наверняка и без того ищет повод поговорить со мной. И откуда тебе известно, что я ищу улики? Это было тайно, я не знала. И у меня с тайнами весьма близкое знакомство, им свойственно мне открываться. Для Рурка или Птоломея это станет превосходной возможностью убить нас. Убить? Так значит, действует ваша славная республика? Уверена, наши боги ни за что не зашли бы до подобного. А если говорить без шуток, Птоломей весьма прилюдно предложил нам безопасный проход. Убив кого-либо из нас, он навеки запятнал бы свое имя. Мне казалось, мы собираемся объявить им войну. Война не исчерпывает лишь мечами и щитами. Наверняка мудрый предводитель вроде тебя это понимает. Лучше всего выигрывать войны, не проливая крови. Звучит неплохо, когда отправляемся. Превосходно, я уже сообщила Птолемею о нашем скором прибытии. Поспешим же. Мне вообще чуть-чуть некогда, ну ладно, поспешим. Это могло бы дать нам возможность окончить войну. У меня есть чувство, что Птолемей не откажется от переговоров. Ты решил это все без меня? Мне не понравились такие неожиданные выходки. И все-таки ты постоянно принимаешь решения, не спросив моего совета. Мы зависим друг от друга и должны действовать разумно. Безопаснее путешествовать врозь. Встретимся в Александрии. А ковер кого у меня припер? Скажи мне. Вот скажи мне, кому я ковер припер? Тебе удалось достать для меня ковер? Отдать ей египетский ковер. Ваше Величество, как вы и просили, прекрасный египетский ковер из Мемфиса. Но он из Мемфиса, но не совсем прекрасный. Возможно, не совсем ковер, но предыдущий коврик совсем вам не понравится. Да, у тебя есть вкус, римлянин. Неожиданно. Впрочем, ковер кажется слегка потертым. Ну да. Ты его откуда-то украл? Конечно, нет. Коврами намеренно придают такой вид. Видно, у народа появилась какая-то новая мода. Да ладно, брось его здесь, все равно никто его не увидит. Можешь идти, пока что мои желания удовлетворены. Да что ж так громко-то? Либо получает уровень. Все, с коврами разобрались. Все, пока. Все, ковер сбросил наконец-то. Блин, я с этим ковром возился пол игры. Так, у Либо там что-то там. Настроение боевое. Так, Либо, одно очко не распределено. Перехват, активный навык. Нагоняй активный. Давай нагоняем, бахнем. Пусть будет все отлично. Все, больше никто там уровень не получил. Не. Луций Ворин работает. И мы без нас там весело. Ну, я пошел дальше. Интересно, сколько еще таких квестов, которые можно пропустить, честно скажите. А что за кошка? Вот тут мужик может стоять, вот торговец. Я могу к нему подойти, могу не подойти. Медур. Он не торговец, правда, но все же. Друг мой, рад видеть тебя в добром здравии. Похоже, война окончена. Разве? Сдается мне, она лишь началась. Вот мог быть квест, а мог быть просто диалог. Короче, меня уже в Александрию тянут. А я еще, вообще-то, еще один регион должен усмирить. Я думаю, он явно не один. Мы где-то на половине, наверное... всех достижений в Африке. А это кто? Мирный житель? С каким-то предложением. Блин. Ну я же говорю, здесь много чего еще копать не перекопать. Торговец барахлом. Да нет, на вино у меня денег нет. Я так все просадил. Это мед, да? Или что это? Припас. Что надо? Вон они где, римляне. Неужели тебе никто не рассказал о законах двора? Твои люди берут пленных и продают их в рабство.
По законам Небесного Двора им это запрещено. Ты накажешь их? Мои люди, о ком ты говоришь? Если не ошибаюсь, их предводителя зовут Альбин. Они разбили лагерь на берегу реки с другой стороны от рынка. Так мы их уже убили, по-моему. Или нет? Альбину столько не снова. Некоторых людей нельзя прощать, они не способны меняться. Слушайте, тут столько квестов скрытых. Неуважение к суду. Я уже и забыл, кто это, если честно. Разбитесь с Детрона Легионер, который торгует рабами. Сейчас я ему наваляю. Ну все, попал. Попал. А я вижу, какой-то стоит. Да, классно квесты. Вообще можно мимо пробежать. Привет. Все торгуешь? Неужели это мой любимый легат? Для меня огромная честь говорить с тобой лично. Я видел, как к тебе обратились эти недовольные варвары. И прежде чем ты спросишь, позволь, я скажу тебе все, что они говорят, ложь. Вы так и... не доложили нас, я же отдал приказ. Мы собирались это сделать, но шла война, и у всех у нас было много дел, включая нас. Мы все были под Халкидоном и сражались бок о бок с тобой. От кражи денег вы перешли к краже людей? Кража не самое подходящее слово, это больше похоже на сбор припасов. В конце концов, это обычные варвары, живущие на завоеванной нами земле, они уже принадлежат нам. Я не хочу слышать ни слова из твоих уст, мерзавец. Немедленно освободите пленников, если бы мы не были в Небесном Дворе, я прямо сейчас надрал бы тебе задницу. Твои рабы теперь принадлежат мне, раз. Преступление это преступление, неважно где и как вы его совершаете. Немедленно освободите пленника, вернитесь в лагерь, а затем явитесь нас для наказания. Вот это, наверное, лучше всего. Рабы 40. Викторис, боевой дух минус 10. Это нечестно, это преступление. Я продаю простых варваров, у них нет даже никаких прав. Я решил вопрос. Отчитайтесь перед Берберкой. Боевой дух упал, рабов добавилось. На что делать, если они идут против закона? Говорят, ты разобрался с преступниками, впечатляет. Ты оказал нам большую услугу, не дав продать наших друзей в рабство. Ладно, забирай своих 40 рабов. Римлянин, способный терпеть несправедливость, не имеет права называться истинным гражданином Рима. На, забирайте. Честь очень одобряют, совсем не одобряют жадность. Рабы 40. По правде, мы и не ждали, что ты поможешь, а что мы в тебе... ошиблись, спасибо. Вон, денег дали. Надеюсь, ты сделал это не ради награды, но мы собрали кое-какие подарки от семьи тех, кто забрали твои люди. Прошу, прими это и нашу безмерную благодарность. Быстро решили вопрос. Синерас Бубулкус получил уровень. Ничего себе, хорошо. Бубулкус уже и качаться некуда-то, фактически. Сюда. Все... гонка. Восстановить очки действия. 6. Минус 1 стоимость концентрации, плюс 1 единица заряд навыков. Ну, давай. Синерус. Уже у него прокачка врача полностью. Теперь надо идти в другое русло. Вы получаете воодушевление, оказывающее эффект усиления на всех ближайших союзников персонажа. Ну, давай. Теперь будет у нас Синерус еще и знаменоносец. Еще кто-то есть? Нет, два, по-моему. Вот так вот стоит торговец, подхожу. Задание... задач нет, деньги есть. Могу продать лекарств чуть-чуть, хочешь? За 2000, за 135. Все. Лекарства мы насобираем уж как-нибудь. Мне надо просто войско восстановить будет. Африканское. Так, ну давайте посмотрим. Давайте посмотрим сейчас побочку. Так, мы тут, мы тут. Атаковать будут нас, должны. Ждем армию, которая придет. И сразу же, наверное, нанесем удар соседям. И будет у нас 12-й район усмирения. Остальные квесты что? Золотая волчица. Где она находится? Это раз. Не, давайте сначала посмотрим. Александрия в каком районе? Ого! Далековато. Это надо еще захватить два куска.
Может и 3, и 4. Но Александрия, это, наверное, наше все в Африке, мне кажется. После нее уже там делать нечего. Так, а золотая волчица поближе где-то должна быть, по идее, да? Кто-то видит золотую волчицу? Вижу. Вот она. Тоже далековато. Ну ладно, давай идти. Кружной путь. День прошел без происшествий, по крайней мере, до тех пор, пока дорога, которая исследована, растворилась в густых зарослях, выступила на территорию дикой природы. Вы советуете претарианцам и решаете идти дальше, ведь возвращение назад может стоить вам пути, а может и больше. Но, разумеется, на этих землях дикая природа не всегда то, чем... Так, это мы тоже слышали уже много раз. Модестин теперь имеет ранение ноги. Замечательно. Замечательно. Вылечить сможем быстро. Модестин, я думаю, сможем. Есть, за 24 часа выздоровеет. Все, все. Клавдий Модестин. Поехали дальше. Стоп. Лекарские штучки. Забрать. Ланжа, я уже здесь. Что быстрее? Армия или мы? Мы. Войти. Так, мы заходим своим основным составом, между прочим. Лучшая подборка. Но хоть наши не дохнут во время случайных бросков процентов, как у нас центурионы подохли в прошлой серии все. Лучшие. Вот эти хоть не убивают, пока мы их не сделаем центурионами. Что будем делать? Битва будет жаркая. А мы ее могли и не найти, эту битву. Просто вижу, Ланжа сидит. Римляне здесь, довольно болтовни. Пора присоединиться к предкам. Римляне присоединились к вам, предатели. Вы отвернулись от царицы. Молить свою ложную царицу о защите. Вы увидите, что и до вас нет никакого тела. Идиоты, они даже не дали нам разведать местность. Ну, идиоты, а что поделаешь? Уничтожьте всех врагов. Лучники вверху. А по сравнению со случайными боями, зачисткой, усмирение территории, это как детский лепет выглядит. Там, где мы в прошлой серии претарианцами 40 человек практически уничтожали. Ну что, будем выползать? Да надо выползать. Ну, не знаю, как мы будем. Там лучники опасно. Надо к лучникам... А, так тут еще двое. Ладно, давай посмотрим. Хорош. Хорош. Отлично. Так, вот этих надо убирать, пока есть возможность. Блин, нет возможности. Два. Каледа, сможешь его снять? Подожди, а мы сможем добежать? Недалеко. И эти перекрыли, балбес. Балбес. Сейчас бы мы, у нас все получилось бы. А так хрен пробьешь ты его. Никак ты его не пробьешь. У него броня. Ну да. Да, Каледа, снимай, короче. А ну, шлепни его. Цель не видна, я так и думал. Какие же большие проблемы-то у нас с этим, да? Есть такое. А если лучницу? Цель не видна. Цель не видна. Можно, да, 14-16. А ну давай. Ой, блин, вот это мощь. Лучницу снять с такого расстояния, еще и она на возвышенности, а мы-то нет. Прикольно. А что дальше будем делать? Пока не знаю. Можем тут спрятаться.
Лучница снята. А ты не можешь ударить через человека, не? Вот этого бы ударить, сейчас бы моего бы... Не, закрыли его со всех сторон, ну и зря. Ладно, подбирайся сюда. Прикрывайте Каледу. Там два лучника, не знаю, как мы будем к ним подбираться. Короче, подбирайтесь, подбирайтесь потихоньку, мы туда сейчас залезем к вам. Сюда можно, но там два опасных чувака. А я тут стану. Пусть нас прикрывают. Все, вот так нормально, да. Можно, конечно, рвануть к ним и блокировать их, но лучше не надо. А это у нас бег быка. По прямой, да? А ну давай сюда. Ну давай попробуем. Эх, закончились очки действия. Давай обратно. Мы передумали. Мы передумали. Бег быка отменяется. Ну поехали, ладно. Я буду готова. Ну да, это по нам. Ой, это больно. Обошел? А где же твой удар по возможности, сволочь? Тут защита. Все, ты обречен. Так, что там на нас напал, не пойми кто. Ну давай его. Просандали его. И так будет с каждым. Что, можем залезть сюда? А, мы сейчас начнем двигаться, и они на нас реагируют, сагрятся, да? Блин, песок, не поймешь, что здесь и как. Сколько у него? Не, подожди. Давай, ты беги, у тебя щит, тебе все равно ничего не будет. Есть. А ну, проткни его, 7-11. 5. Каледа. Просто в голову. Эх, нет, перезарядочки не было. Так, делаю я дальний выстрел. На всякий случай. Так, вот тут надо разобраться. Что-то нас тут нас избили тут. Дедуля, ну покажи ему, кто здесь главный. Хорош. Кто-то не добежит. А может туда бежит. Нормально. Хорошо прорезал. Убийство беззащитного. Бубулку, ну давай сюда. Надо разобраться с дебоширом. Вообще пипец. А сколько у него ударов под возможности, интересно. Все, я его казнил. За то, что он плохо себя вел. Вон еще одно идет, не пойми что. Все, я тебя зарежу. Понял меня? Так, прячемся пока под защиту. Чтобы нас тут не задели. Все, и сидим ждем. Больше у нас тут Цеза остался, правда, один. Можем Цеза... Он, правда, под ударом. А сюда, вот тут паника у человека. И сюда. Когда человека паника, то... Это будет больно очень, да. Так, накладывается стена щитов. И с немождения получает восстановление силы щита. Щит у нас восстановлен, делать нечего. Все, ждем пока. Пытался убежать, мы отрезали ему голову. Вот эта лучница опасная очень. Остальных, по-моему, уже паника начинается, мне кажется. Это даже не заденет меня. А вот лучница очень опасная. Хотя здесь у нее шансов нет. Отлично. Ты куда ж ты бежишь-то? Есть. Два скользящего. Блокируем соседа. Так, что тут у нас? Разбушевался какой-то нехороший человек. Получи.
Как его, да? А этот что сидит уже час, не знаю. Странно, ребята. Йенера, тут надо это, поджать. Поджать одну женщину. Чтобы у нее были трудности с выстрелами. Йенеру надо же беречь теперь, это же жена как-никак. Так, тут все, вот с этим я не понял, что ему надо. Че он сидит и ничего не делает. Странный какой-то чувак. Так, бестия, давай сюда. А ну сделай ему больно. А ну подрежь ему ногу. Ну что, слабак. Марафон. Ну ты мину. Давай. Давай, сейчас его дорежу здесь. Он думал, от меня ушел. А нет. На. Так будет с каждым. Все, тут бандитов нет. Нет, надо двигаться в эту сторону. Сюда надо идти. Так, этот в броне. Цезарь, а ты чем занят? Ну, можно сюда, можно и дедулю сюда. А, дедуля не добежит. А эту ты не снимешь, я думаю, да? Она защита. Да, цель не видна. Попробуй сюда. Теперь видна? А теперь видна. Аминь тебе. Еще и крит сейчас вылетит. Да, я ж на нее поставил орлиный взор. Ну все, Дэниел, там тебе делать нечего теперь. Все, прячьтесь. Закройте. Закройте коляду. Ну все. Да, давай. Последний остался. Снимайте с него щит. Можно и так. Стреляй. Стреляй. Ну, Цеза, действуй. Блин, он не полностью. Ладно, на тебе в голову. Да, коляда теперь машина убийств, еще и на расстоянии. Она присоединилась к нам. У вас есть неиспользованные очки. Текущие спутники получили 70 с опыта. Коляда новый уровень. Что сделать надо? Поговорите с Ланжой. Подождите, нам надо собрать все, что выпало. Сейчас зря тут бегал, что ли? Ну это, я думаю, предварительный бой, потому что он очень легкий. О, сосуд с маслом. Хорошо. Потому что это... Промежуточные бои намного сложнее, чем вот это. То, что нам пришлось пережить сейчас. Это так, знаете, разминка. Учитывая, что мы здесь уже... крутые. Ну давай, а не, подожди, уровень прокачаю. Так, Коляда, у тебя тоже, в принципе, все прокачано. Дальность 12 гексов. Следующая атака состояния несет 250% урона. Давай. Хорош. Так, инвентарь. Тут, наверное, ничего хорошего не нашли. На разбор разве что. Ладно, пока не разбирай, посмотрим. Твои люди обсуждали лжецарицу. Похоже, дело сделано. Твои люди обсуждали лжецарицу. Они не ждали меня, объяснишь почему? Давай лжецарицу. Изображай неведение, легат. Нет сомнения, что речь шла о Клеопатре.
Она твоя союзница до тех пор, пока не добьется своего. При ней Египет никогда не станет частью Рима. Но рано или поздно она завоюет самонов. Я не могу этого позволить. Откуда тебе знать? Может, я ошибаюсь, но вот в чем соль. Беззаботность редко помогает выживать. Сейчас она нужна нам обеим. Но затем, когда придет время, ее необходимо убить. О, ладно. Считай это не предательством с моей стороны, а услугой. Я сделаю вид, будто этого разговора не было. Считай это моей услугой. Я поддержу тебя, но взамен я ожидаю твоей верности. Я сделал это не из доброты душевной. Я понимаю тебя и подумаю об этом. Ничего делать. Ладно, мы подумаем об этом. Думай скорее. События развиваются очень стремительно. Получен предмет копье Золотого Волка. Вот благодарность за помощь, возьми копье. Мой народ считает его волшебным оружием, и тебя будет почитать и уважать, пока ты среди нас носишь его. Так, бабуля нам дала копье. Дионира, новый уровень. Что за копье? Надеюсь, третьего? Второго. Ну а что делать со вторым уровнем-то? Второе это слабоватое. Ну это вот резубец такой же. Тем более с таким низким уроном. Копье 8-12. Убийство восстанавливает здоровье. Ну, разве что вылечится по-быстрому. Ладно, давайте это копье какой-то побочкой второй возьмем. Заменим вот это. Все-таки оно получше будет. Ну так, давай. Давай так. Хороший меч, хороший кинжал, хороший меч. Первичный кинжал, замени вот этот. Я на второй себе сделал оружие. На всякий пожарный. Просто раздаю. Просто раздаю всякие штуки, чтобы были. А ты можешь два копья взять в руки? Нет, конечно. Возьми щитец. Все равно пропадает-то. Синерос, а у тебя что? Ничего. Бестия, а у тебя что во второй руке? Ну, щит возьми тоже какой-нибудь. А, ты щитом не умеешь пользоваться. Базовый урон. Кинжал нужен. Ну ладно. Короче, оружие поменяем. Все, окей. Убить Клеопатру. Да ужас какой. Как можно убить Клеопатру? Вы видели Клеопатру? Ну нельзя же ее убивать. Но все равно к этому идет. Она понятная, что меня кинет на дом. Я тоже пешка в ее руках-то, это очевидно. Но как-то это будет интересно выглядеть. Схватка будет серьезная. Так, мы тут ничего не... Тут просто такие пески яркие, что можно и труп пропустить. И не только труп. Так, навыки Дионира получила. Навык, да, Дионира. Получила навык. Мститель. Когда соратники в бою едино строили убит, сила мечта восстанавливает до полной. А урон увеличится на 20%. Авангард. Ну, круто. Поэтому радим, если кого-то собьют с ног, где они развереют. Ланжа, еще что-то хочешь мне сказать? Приветствую, легат. Ты царица на самонов? Отнюдь, хоть это и забавная мысль, но самонов нет царей и цариц. Нам не нравится подчиняться другим. Иные из нас думают, что царь нам необходим, однако само понятие царства не идет вразрез с нашей природой. Мы сами себе цари. Почему тебя называют золотой волчицей? В молодости волосы мои были цвета пшеницы, и говорят, я хитра, как волчица. Занятное место. Здесь собрались все племена? Большинство из них. В этом году собрание — особая задача. Мы хотели выбрать вождя, чтобы тот возглавил всех насамонов. Известно, но не все племена с этим согласны. Еще навык у меня есть, да? А кто у меня еще? А, бестия, ты тоже. И ты туда же. Так, бестия прокачался уже. Дуэлянта. Ассасином будешь? Скрытая атака. Хорошая вещь, кстати. Перед два хода. Очень хорошая вещь. Мы ее используем. Ну, я... И еще кто-то из претарианцев. Очень классная вещица.
Особенно первые два раунда урон просто сумасшедший. Если хорошее оружие, конечно. Так, что делаем дальше? На нас напасть там должны. Надо двигаться на север. Захватываем сейчас по порядку земли. До Александрии добраться хотя бы. Ну, хотя бы увидеть. Да? Вот так действуем или как? Я осматриваю, ничего ли я тут такого не пропустил. Сверхъестественного и важного. Вот везде деньги можно собирать, ходить. Ну, это ж все время. Ладно, ждем атаки. Где я? Я вот. С водой нормально. Подбирайся к лагерю. Может, какие-то там навыки, еще что-то там восстановим. Мадесин поправился. Когда атака уже будет, а? Нам вот это надо захватить штуку. А, вон он уже ползет. Так, это же будет автоматический бой, естественно. Опять кого-то сейчас поставим. Петроний, я тебя боюсь ставить, тебя могут убить. Давай Эмилия качать тогда. По 10% у всех риск. Че он такой большой? 89-80. Че такой большой риск? Не знаю. Боевой дух 15, минус 30, минус 2. 20%. Вражеский боевой дух. Давай защиту игрока поставим черепашью. Так, автовыбор. Бой столкновения пошло. Минус 10 риск для центурионов. Я теперь буду понижать этот параметр. Тут даже 1% есть шанс потерять центурионов. Все, понижаем. Боевой дух плюс 5, да? Да. Вторая битва. И занимаем глухую оборону. И никто у нас вообще не пострадает. Это все растет. Двадцатка там, правда, тоже. Но ничего. Потери в бою 55. И победа. Область трофеев нам ничего не даст. В принципе, даст. Боевой дух легиона до 41 можно прокачать. Давай это сделаем. Ну все, шик. Будем так прокачивать тогда, но как по-другому. Опять тут у нас 50 на 50, пайки. Плюс 16 боевой дух, плюс 37 опыт армии. Потери так себе. Вот это, наверное, оптимальное прохождение вот этого вот участка игры, согласны? Вот здесь, кстати, тоже что-то есть. Да, и тут, по-моему, ферма. А где я? А ну, ползи сюда. Ползи сюда, нам надо это забрать. Песчаная буря. На горизонте бушует сильная песчаная буря. Вы пытаетесь определить, сколько ее движения, но на таком расстоянии это невозможно. Впереди простирается бесконечная пустыня, на севере над песками возвышается горная гряда. Если вы не собираетесь погребены под песками быть, то обязательно укрыться в этих скалах и поворачивайтесь своих лошадей на север. Кони скачут на пределе своих сил, слабой надежды на спасение. Воздух начинает сгущаться, люди обматывают свои лица плащами, молят Меркурия поторопить скакунов. Вы достигаете укрытия за мгновение до того, как вас накрывает песчаная пыль. Галопом проскочив в узкий проем между скалами, вы с облегчением обнаруживаете, что они настолько же высокие, какими показались издалека. Буря ревет над головой, дорога под ногами едва видна, но вам ничего не угрожает. К вашему удивлению, с песочной пелены вырисовывается силуэт глиняного домика. Глиняного, наполовину погруженного в скалу. Давайте постучимся аккуратно в дверь. Дверь без промедления открывает берберская старуха. Она приглашает вас войти, плюхнувшись на плотную связку ковров в центре комнаты, скрестив в ноги. Помещение тускло освещено одинокой глиняной лампой, солнечный свет, пробивающий через песчаную бурю, просачиваясь сквозь шторы и заливает дом жутким оранжевым светом. Старуха предлагает вам сесть на пол. Глядя на одежду женщины, можно принять ее за жрицу, его свободное платье расписано замысловатыми пестрыми узорами, а тело украшает множество браслетов и ожерелий, усыпанных камнями в пустыне. Она встает, толкает в вашу сторону большую корзину и снимает с нее крышку, затем, не проронив ни слова, она тянет руку внутрь и достает за голову маленькую черную змею. Старуха аккуратно собирает яд с ее клыков и добавляет ее в чашу, наполненную непонятной темной жидкостью. Она протягивает чашу вам и предлагает отпить. Это религиозный ритуал? Она тихо смеется и объясняет, что это учение. Во мне строят силы и здоровье. Хорошо, я пройду это испытание. Давай пройдем, наверное, бонус какой-то.
Во мне строится сила, ваше претарианство с ужасом наблюдает, как вы опустошаете глиняную чашу, жидкость горькая на вкус, вас начинает тошнить. Старуха сооружает для вас простую, но удобную кровать из ковров и одеяла, уложенная вдоль стен, но хоть не гроб. В глазах спутников читается тревога, женщина требует, чтобы они удалились. Лишь после вашей просьбы прислушаться к ее указаниям, солдаты неохотно соглашаются. Эта ночь одна из худших в вашей жизни, кошмары, преследующие вас одурманенный ядом разум, оказывают ярче действительности и ужаснее войны. На следующее утро вы с удивлением осознаете, что все еще живы. Старуха угощает вас краюшкой хлеба и фруктовым соком. Вы чувствуете себя неважно, но поесть удается. Чему бы вы ни пытались меня научить, забудь. Дай мне противоядие, я пойду. Мне обещали мудрость, награду за это испытание. Выполнишь ли ты свою часть уговора? Ведьма начинает готовить свои снадобья. Вскоре в хижину врывается претарианец, но убедившись, что вы живы, соглашается отдать вас во власть мудрости и уйти. Бубулкус теперь имеет ранение туловища, степень тяжести средняя. Замечательно. Зато чертеж какой-то дали. Обучение длится несколько часов, старуха показывает, как создать защитную мазь от ядов, которой можно пропитать доспехи. Для нее это некий ритуал, но вы все внимательно записываете, чтобы использовать полученные знания в будущем. Вы готовы выдвигаться, хотя все еще чувствуете последствия отравления. Пусть ведьма обучила вас противостоять яду, ваше здоровье теперь всецело в руках лекарей. У меня есть это, антидот, который можно в доспехи засунуть, да? Так, мне надо спасти. 55% могу сдохнуть. Сдохнуть. Так, мне надо в лагерь срочно, потому что мы пока никакие. Так, а что мне дали? Мне дали книгу, которая чертеж увеличит сопротивление яду. Неплохо. Все, изучил. Так, а как же мне добраться до... Ладно, а вы давайте уже давайте атакуйте северные земли. Чё стоим? Легионы. Вперед. Тут армия уже посерьезнее будет. Поехали. Или сюда. Давайте вот это сначала. Хотя получилось. А ты куда? Ишь ты. Ну сюда ползи. Так, бой за в регионе Саис. Армия египтян защищается. Ну, давай, Петроний, у тебя 74 шанс... Блин, а тут 70... шанс выжить все ниже и ниже у всех. Ну, давай тебя. Построение. 20% шанс погибнуть. Защита игрока резать центурионов минус 10. Это хорошая цифра. Давай, протяженная линия. Автовыбор. Так, минус 20 боевой дух вражеский. Минус 10 риз для центурионов. Так, спасаю центурионов теперь всеми силами. Автовыбор, погода меняется. 5 боевой дух, 5 боевой дух. Ну давай, туда-туда, занять глухую оборону. Так, автовыбор. Все, вернись повозок. Минус 30%, у нас максимальная зона. Вернувшись центуриона, риск у меня 0 потерять. Поэтому нафиг. Полевой лазарет, удалось избежать ранений 163 людям. Область трофеев у нас так максимально. Давай возьмем полевой лазарет. Или фортификацию. Да, давай полевой лазарет. Все, все живы. И не надо считать эти цифры. Минус один только это и три ящика. Обычные обломки. Какой-то щит. Лучше побломков дали. Составной лук 2. Хорошо. Усмирение застава у горного перевала. Новая цель. Сейчас, минуту. Мы нашли тут кое-чего. Тут есть у нас армия бездельников. Армия бездельников. Захватите вот эту штуку. Так, и теперь вы... Подожди. Усмирение. Теперь усмирение еще включили нам, блин. Ну ладно, давай сюда. Нам в любом случае поболтать надо будет с ним. Так, эти усмиряйте давайте. Железный рудник добавили. Брошенное животное. В кустах на обочине дороги один из ваших петарианцев находит недавно убитую антилопу. На ней немного мяса, но под пустынным солнцем она быстро портится. Да нафиг ее не трогайте. Осторожность не бывает лишней, иногда она способна уберечь от отравления. Ну, это ж так понятно. Ну, попадай давай.
нападай давай. Так, во-первых, Бубулкуса в больницу. Смотрите, он хромает. Ты тебя же отравили, что ты хромаешь? Ногу отравили. Бубулкус. 60 часов будет тебя лечить. Ну, в принципе, усмирение сейчас. Да, до полного. О, тут можно 60 часов подождать. Нормально. Куда меня выкинули? Подожди, это что-то есть. Ладно, выходи. Бубулкус, главное, должен всегда быть здоровым. Да, походу, нет. А что я выбрал? Ни хрена не пойму. Отправляю Бубулкуса. Госпиталь, хотите пропустить время до полного исцеления? Хочу пропустить время до полного исцеления. Какого хрена меня выбрасывает на карту? Блин, вы что-то понимаете? Я нет. Часов промотать, что ли, надо? Я не умру там сейчас. У меня нет раненых претарианцев. А, я уже в госпитале. Ну, проматывайте. Какая скорость? 3x. Это так время проматывается. По 6 часов. Я не могу ничего делать. А быстрее нельзя промотать это было? Или оно было оригинально? А нельзя просто было пропустить? Я должен это все равно смотреть, да? А если на меня сейчас белка бешеная нападет и еще кого-то укусит? Вон оно как. Бубулкус поправился. Ой, а нельзя было просто мигнуть экраном и все? Нет, отряд должен выйти за пределы лагеря и стоять, смотреть, как Бубулкуса лечат. Или я так кричу, что, чтобы не пугать, да, народ местный? Цеза, ты что тут делаешь? Так, отряд. Давайте восполним армию. А чё у нас столько раненых? Они не лечатся, что ли? Чё они не лечатся? Давай восполним. Это много, 2000 почти. Давай, это нас могут разбить к фигам. И тут, ну тут чуть-чуть, конечно. Там 1000 больных постоянные. Тактики есть новые? Должны быть. Здорово. Так, полевой лазарет. Давай. Давай. Численность врага 40. Минус 400. Враждебный дух минус 40. Давай. Численность врага минус 400. Фортификация. Давай вот это. Одни красные идут, видите? Это при полной прокачке. Тут предметов нет. А это кто там засел? Дионира, а ты... А, она же у меня уже в палатке живет. Ладно, есть ли что-то любопытное? Наши разведчики заметили караван, перевозивший подозрительный груз. Мы думаем, что это могут быть части разобранной осадной машины. Осадной машины? Какой именно? Мы полагаем, что это какая-то катапульта. Ее перевозили скрытно, ничего не опасаясь. Куда направлялся этот караван? Не знаю, они могут постоянно перевозить ее с места на место, чтобы ее никто не нашел. И ты считаешь, что эта осадная машина будет использована против нас? Может быть, наверное. Лучше не рисковать. Мне не нравится осадное орудие, если они не принадлежат нам. Мы должны
ее уничтожить. Мы запросто можем перехватить караван, уничтожить голос охраны, скорее всего, разбежится, спасая свои жизни. Денера, как живется? Всегда рад тебя видеть. А Майя тут поселилась. Денера больше меня в два раза. Так, ну, я погнал. Тогда. Так, а улучшения мне пока не светят, да? Мне тут надо еще, ого-го, сколько всего собирать. Good day. Good day. Ну, ладно, пошли. Усмирять. Усмирять надо здесь. Территория большая. Цеза. Ну, остальные. Остальные, как обычно. Кого ставим? Квинатрия. Или Бомбия. Да, Бомбия. Подожди, без Бомбия это. Бомбия, и это в стиле игры экспедиции в Рим. Вот сразу к делу. Тут, наверное, опять будет 1000 человек, да, против нас. Еще что, Каледу выбросили-то, наша лучница. Они меня не видят, что ли? Они пока меня не видят. Каледа, но это не годится. А они сюда не зайдут? Зайдут. Бочки, как обычно, спрятали. А что надо сделать? Уничтожьте склад оружия и стрел. 8, вы можете взять факелы у костра. А без факелов я не могу это сделать, да? Вот стрелой могу и бабахнуть сюда в бочку с маслом. Каледа, сможем, не? Короче, Каледу оставляю тут. И на поддержку, если кто-то зайдет с этой стороны, еще одного чувака. Дионера, наверное, вы вдвоем там останетесь, а мы начнем заходить с этой стороны. Окей. Тут же вход отсюда. Или 3 на 3 будем давить. Ну, давайте, короче. Внизу кто? Публис... А, Дионера, это не тот отряд. Какая Каледа? Каледой здесь и не пахнет. Ну, короче, стой на месте, будете отсюда пробиваться или снизу. Точно, Цезарь же, я забыл, что это не тот отряд совсем. А я Каледу жду. Так, ты сюда. Вы вдвоем тогда тут, четвером. Ну, а вы вдвоем тогда там. А у вас есть огонь? А? У тебя есть огонь? Нету. Где эти навыки? Вот я вот так и не догадался. Где, куда прячется навык с огнем? Он же типа есть где-то. Я ж лук менял, для чего? Не знаю, короче. Бочка с водой рядом. Ладно, поехали. 2 туда, 4 туда. Хотя лучше, наверное, Цезарь ставит тут, а вас троих сюда. Толку от вас там. Цезарь, я думаю, задержит, а вы стреляйте. Если что, прикроет. Все, поехали. Можем спрыгнуть, кстати. Ну, поехали. 12-13 урон. Сразу же смерть. Один единица урона. Это что? Оружие. 6-7 единиц урона. Мочи. Годится. Да поможет нам свет. А как он, стрела пролетела?
Через щит. Он не был готов. Он не был готов. Привет. Зазубренная стрела. Очень больно. Два скользящего. Это плохо. Это вообще ужасно просто. Это хуже не придумаешь. Ладно, давай вперед. Короче, прикрываю, не знаю, есть ли там лучники или нет, но они точно будут. Сюда мы не добежим. Вот до лучника добежим. Давай, наверное, лучника с этой стороны мы с вами сейчас примем. Иди, наверное, ты сюда. А он сюда не залезет далеко. И ты тоже не долезешь, да? А, долезет, давай туда. Ты ж можешь добежать, да? Это ж марафон. Ну, давай. Отлично. Дуй сюда. И нанеси ему первый сокрушающий удар. Вражеское подкрепление уже сейчас будет. Уничтожь его. Хорош, даже упал, блин. Так а что мы дальше будем делать? Он так у нас прикрывал Малеха, а теперь... Теперь надо выходить. И брать факелы. А это что? Стойкость. Два гекса, несколько целей. Примифе стойки союзникам. Ну ладно, подходим сюда. Лучников... Лучника обезвредили. Становись за ним. Вместе веселее. Остался Цеза. Стойте здесь пока. Не, лучников надо прятать. Нафиг они тут нужны. Лучники, прячьтесь к фигам. Начнут вас мочить. Да и ты подними, зачем там стоять. Посмотрим, какие у них будут действия дальше. Тут-то пацаны попали, конечно, да. О, уклонение, не. Шанс есть. А он не залезет сюда. Он не залезет туда, мы это знаем хорошо. А тут отряд прошел. Но они тоже сюда не залезут. А что это за подкрепление, не понял. Это вражеское подкрепление? До него уж три хода было. Да, вражеское, а какое еще? Ну не дружеское же. Ну что, еще один нанесем? Болезненный, давай. Ай, хорош. Еще перебил их всех к хренам. Так, сейчас мы с этим посмотрим, как пойдет. Ой, да хорошо пойдет. Оно больно ему сделай. Скользящий. Плохо пошел. Плохо пошел. Иди сюда. По диагонали, не? Три. Три. Ползи сюда. Добивать надо, блин. Не добивается, видите? Хорош. Все, казнили. Теперь надо где-то брать зажигательные штуки. Сейчас мы этих расхреначим. Да, Цезу? Ну, давай сюда. Я думаю, это им не понравится. Мочи. Так, есть. Добивай теперь этих немощных ребят. Перезарядочка. Эх, скользящий пошел. Плохо дело. Не, ну давай сюда. И вот этот тройной. Еще и с... в нас попал. Ну, брось в него камень хоть. Ну, так вот. Да, лучше так не стрелять. Мы в нашего попали. Ничего не поделаешь. Ладно, все, нам вообще-то к костру надо добежать. Там огонь. Ну, пока так. Где-то опасно. Тут бегают там всякие дураки.
Где костры у вас здесь? Урон 4, защита. Сейчас больно будет, да, 4 защита. Надо это, факелы брать. Иначе нам поджигать-то нечем. Камнями, что ли, метаете? Ну вы звери. Зверьё просто какое-то. Так, давай его убивать уже. Он задолбал всех уже, давай. Блин, скользящий. Мы не можем его взять. Представляете, мощь? 3 скользящих. Боже, что у него там? Доспех, что ли, модный? Пипец, мы не можем его убить. Неубиваемый к хренам. Ладно. Давай сюда. Как будем убивать? Сколько у него? 24, это 18. Ладно, давай сюда. Привет, не ожидал? А такое оно бывает. Так, есть такое дело. Есть такое дело, сюда можно подойти кому? Ему. Подходи, бей, не стесняйся, что-то. Че стесняться-то? 8, 11, 2 концентрации, давай. Опс. А это что? Гонка, восстанавливает очки действия. А ты не можешь его подойти ударить через что-нибудь, не? Нет, тут тебя ударят. Чем больно. Не, ну у тебя ж есть щит. Давай сюда. 6 урона. Давай, проткни эту сволочь. Эх, еще бы чуть-чуть. Еще бы чуть-чуть, эта сволочь бы померла. Ладно. Там тоже стоит скользящий. Скользящий, скользящий. Цеза тоже хорош. Давай его убьем. Все, 3 скользящих. Наконец-то мы его убили, а? Ну как убили? Сбили с ног. Убить еще не убили. 11 урона. Наконец-то. Так, тут у нас что? Этого мы ранили. Давай, проткни его. Наконец-то. Этого что? 5. Нормально. Ну и на это выходи. Хорош, разорвал просто его. Ну и прикончи. Или не прикончи, бегите поджигать. Нет, прикончи. Все. Поджигать. Дети, сраные факелы. Там еще одна банда стоит, между прочим. А мне надо... Нифига себе задание побочечное, да? Я офигеваю просто. Это задание побочка. Факелы здесь взять надо. Ну пошли брать факелы здесь. Далеко же бежать-то придется. Один костер на всю пещеру, потом идти поджигать это все надо. Ну, бегите. Сколько там факелов хоть? Так, есть. Берем факелы. Всего 5. Взял факел. Метнул факел. Готово. Осталось 7. Взял факел. А ты дважды не метнешь факел. Поэтому зря ты взял факел. Ладно, бери факел. Иди сюда. Даже иди вот сюда. Только не так, иди. Чуть не пошел. Так, 2. Ты туда не дометнешь, да? Не, давай сюда. Метай.
загорелось. И для дальнего надо как-то добежать, схватить. Ты взял? Он взял. Не сюда. Ты пойдешь дальше всех, потому что эти возьмут соседние. Взял факел. Сколько осталось факелов? Больше нет факелов. Ну, короче, дальний и ближний. И заходим с этой стороны тогда. Со стороны огня. Поэтому все, кто там стоит, давайте сюда. Кто там еще куда не дошел, бегите, глупцы, потому что, ну, это все поджигать надо. Так, иди сюда и убей вот этого. Какого он хрена здесь еще живой? Ну, понятно. Все, годится. А тот дальний, а тот ближний. Все окей. В костре закончились факелы. Бывает. Давай дальний сюда. Он уж сейчас рванет, конечно. Ну что делать? Все, это загорелось, отбегай отсюда. И это сейчас подожжет кто-то. Кто нас подожжет? Ты подожжешь, только надо народ вывести на дальнюю часть. Будем брать сверху их. Катапульту будем сжигать. Круто. Да бросай свой факел, ты боже. Сбежим. Цель не видна. А сейчас... Ну, все горит. Все, все назад давайте. Дуйте назад все. Сейчас будем штурмовать. Вы повыше, вы пониже. Цезарь, ты где? Подходите сюда, тут будет битва страшная. Все, пока. Там горит? Горит все. Давай аккуратно выбираемся отсюда. Пойдем с этой стороны. Побочечка, да? Лучники. Вот же идиот. Ну ладно. Я уже привык просто. Иди теперь поджигай орудие. Ты же горишь, ты же у нас факел. Кто нас там лечит? Иди туши. У нас просто публисекст идиот. Ее второе имя. Ну что, будем брать? Да будем, конечно, что ж нам. А чем поджигать? Тут просто больше нечем поджигать. Мне интересно. 5 факелов, а мне надо еще 6 штук поджечь. Чем поджигать? Если нет костра. Интересно, просто интересно, да. Я костра не вижу. На нужное количество мне товаров. А реально, чему будем поджигать? Один костер остался. А тут не было вверху костра? Не было. А это не костер? Нет. И это нет. Интересно. А если мне не хватит факелов? Ну посмотрим. Ну что, подбираемся потихоньку. Сейчас будем штурмовать. Интересно, как мы его подожжем? Лучник. Факелов не осталось. Вот интересно до безумия. Но должен быть костер, иначе как по-другому-то? Сейчас мы можем, кстати, его удивить очень сильно. Мы-то уже все тут. Так он один остался? Нет, не один, он еще кто-то стоит. Да нет, не один, здесь много кого. Костров нет, алло. Мне просто интересно, чем мы будем их
Так это, может, не обязательно было поджигать? Нет, обязательно, оно горит. Ладно. Ну, давайте нападать. Парни спят. Привет. Enemies, копейщики. А реально поджигать нечем. Господа. Чем поджигать будем? Вражеское подкрепление. Подойди сюда. Хорош. Хорош. Лучники. Только не так, как тогда. Хорош. Hello. Нет, да? Вижу, что нет, да. Ну ладно, давай, как получится. Есть урона, кровотечение. Ну, блокирую его здесь. Пусть удивится. Как его поджигать все? Просто интересно. До безумия интересно. Да ладно, у нас щиты здесь. У нас щиты. И тут вроде должен был быть. А, он его пробил, видимо. Пробил, видимо, сволочь. На тебя. Больно, да? Больно. Будет еще больнее. Мы пойдем вот так сейчас. У меня есть ощущение, что мы зря все это делаем. Мне просто не хватит огней. Ну, давай сюда. А он в защите, что ли? Вон он в защите. Ладно. Мне факелов не хватит. Хотя у меня один есть. Не, у меня два осталось факела. Это повезло. Один факел. И осталась одна эта штучка с огнем у меня. А, понятно. Получил, да? Вот тебе, пожалуйста. Защита, активный навык. Любой прямой урон, если он рушит цель поблизости, она это я не использую. За укрепление давай. Держи. Больно, знаем. Стрелять можешь? Можешь. Можно? Цель находится в укрытии. Так, сейчас откроем. Хотя, может, и не откроем. О, есть. Давай болезненно его. Какой-нибудь стрелой такой. Все? Все. А теперь самое интересное начинается. Факелов нет. Костров нет. Мне надо уничтожить три штуки. Это не загорелось, получается. У меня осталось... чем поджигать просто? Просто интересно. У меня есть один факел. Вот, у меня остался огонь, мне надо две штуки поджечь. А чем поджигать? Нет же ж ничего. А? Люди, вы нормальные вообще? Я пришел сюда, чтобы поджечь, и мне нечем поджигать, да? Единственный костер вот, но он бесполезен, тут не осталось факелов. У меня было 5 факелов на... Ну да, 5 я поджег, 3 осталось. У меня осталось один факел... Не переигрывать из-за этого, что ли, получается теперь, да, надо? Чтобы... А как я... Пипец, просто что, серьезно, не хватит просто поджечь это все дело? Бочку с маслом не хватит поджечь, да? Цеза. Просто интересно. Но у меня еще есть огонь. Вот этот огонь, но у меня еще одна бочка осталась, а у меня больше ничего нет. Ну, вот так можно сломать? Можно сломать. Так можно руками сломать. Не обязательно поджигать, да, получается? Я офигею просто с игры.
Тут, оказывается, еще и ресурсов нет, получается. Где мои огненные поджигающие стрелы? Одна хрень какая-то. На два лука. Брал лук, чтобы огненные стрелы были. Где навыки? Куда они появляются? Исчезают какие-то навыки. Где-то есть, где-то нету. Специально брал лучника с огненным луком. Все, исчез. Где он, блин? У этого вообще ничего нет. Хренею просто. Я не догоняю некоторые моды. Никакие некоторые. Я почти все не догоняю. Ладно, пошли пробовать ломать эту штуку. Может, удастся сломать. Не обязательно факел, я надеюсь, для нее нужен. Но это подожгли, хотя можно было, наверное. Ладно, пошли бить. Пошли пробовать ломать руками. Надеюсь, можно. Слушай, я, блин, не догоняю просто. Уничтожьте склады оружия. Но тут не написано подожгите. Надеюсь, можно просто уничтожить, правильно? Но у меня есть еще, слава богу, один огонь, но... Но будет весело, если... Напишут, что только огнем. Ну, такое было у нас. Ну, идите все сюда. Кто не с луком. У меня-то есть еще одна бутылочка, но... А представьте, если нельзя. Да можно, можно, только поджигать не... Фу, спасибо большое. Я уже подумал, что все, переиграть придется. Думаю, ну ничего себе, не хватило факелов на уровне. Хотя костер есть, я вот не понимаю, только вот я вижу факелы. Что мне мешает взять палочку, засунуть сюда и перенести огонь на орудие? Не знаю, какие-то ограничения странные. Взять с костра палочку и пойти разрушить, и все. Ну хоть так можно сделать, ура, товарищ. Как же это здорово, что у нас получилось именно так сделать. Да. А могли бы написать поджечь, только поджечь. У нас же были такие квесты, где мы не смогли, ну, мост, например, поджечь. Только надо было факел. Так, нам надо сделать факелы, будет это, каждому в руки раздать, чтобы они были. Если, конечно, ресурсов хватит, может не хватить ресурсов. Какие-то наконечники. Ну там же масло нужно для факела, там же масло, ну да, селитра, ну селитра есть. А это что за лопата? Вот копать можно? Подожди. А ну возьми лопату. Лопата. Лопата. Просто лопат. Ладно, все, уходим. Я думал сейчас все. Думал, сейчас надо будет возвращаться, перезагружаться и приходить сюда уже с готовыми факелами. Думаю, ну если до этого дойдет, то, ребята, извините. Бомби не минуем. Вот у меня есть одна баночка для сосуда с маслом. Это, по-моему, она и на факел идет. Не знаю, надо попробовать создать эти факелы, чтобы у каждого они были в руках. Ой, ус какой. Тоже горит рядом костер. Вон, смотрите. Торчит факел. Блин, вот факел. Что это, не факел, нет? Нет, это не факел. Он плохого качества. Нет, это и это не факел. Не, и это не факел. Не. Нет, здесь нет факелов. Факел только он такой, который у тебя в кармане лежит. Да. Сектор завоеван. У меня 12 из 12. Дальше что, 15? Да не стесняйтесь. Выполните все основные задания, чтобы завершить кампанию. В смысле? А какие еще остались основные задания? А, Александрия. А, ну да, Александрия. Вот это последнее. А что, мне не надо завоевывать все остальное? А как это вообще? Вы вообще в своем уме? Как это я могу себе такое позволить? Территория не моя, кстати. Так, оно быстренько напали. Оно быстренько отбили. Я говорю, быстренько отбили. А ты дуй сюда обратно. Там опасно стоять.
Автобитвище. Шанс выживания у всех не очень большой. Петроний, давай, ты у нас самый ветеранистый. Я попробую снизить риск для центурионов минус 10%, но не факт, что ты не умрешь, потому что у нас и такое бывало. Давай. Отлично. Бой столкновения, хорошо. Минус 10, минус 8. Вражеский боевой дух, минус 20. Защита игрока, минус 10. Центурионов, минус 10. Боевой дух. Давай вот это. Я минус 20 понизил, чтобы Петроний не помер. Я уже боюсь за него. Вражеская конница атакует. Так, 25. Вероятность выживания. Кого выживания? 80-25. Не-не-не. Боевой дух легиона, числен минус 200. Средняя вероятность подразить атаку конницы. А кого выживание 25%? Давай попробуем. Прощай, Петроний. Численность минус 69. Победа. Петроний, ты не помер там? Так, организовать погоню можно. Численность минус 500. Удалилось избежать ранений 163. Полевой лазарет и область трофеев нафиг нам нужна. Давай их добьем к хренам. Мы их полностью разбили. Петроний вроде выжил. Ну хорошо. Я так за него рад. Это мы отбивали какую-то хрень. Лесопилку или что мы там отбивали. Где мы? А вот мы. Спокойно. Так, легион вернуть назад. Легион, деньги забрать. Это не наше? Не наше. Завоевывай соседа еще. А я пока пойду посмотрю, что вот это такое. Че это такое? А, понятно. Вот-вот же. Сейчас нас, конечно, будет здесь штурмовать со всех сторон. А Бубулкус выздоровел? А, выздоровел же Бубулкус, все нормально. Так, иди соседа завоевывай. У него там много чего. И кузница, и каменоломня. Давай соседа шлепнем. Кстати, тут тоже сосед есть. Офигеть. Сколько, какая же тут территория? Это масштаб какой? Не знаю. И справа вот город. Не, не ты завоевывай, ты сюда иди. Сюда пойдет легион завоевывать. Сейчас сохранюсь, зная эти завоевания. Давай прямиком туда. Да не стесняйся, добивай его. Всех захватим, тут такой-то бабушки. 73% шанс выживания. Давай, Гранил, вперед. Помирать так тебе. Центурион минус 10, минус 5. Хорошо. Протяженная линия. Бой столкновения. Численность врага минус 275. Враждебный боевой дух минус... Ого. Минус 80. Представляете? Или минус 300. Давай, наверное, вот это. Уловка и ныне. Хотя зачем тратить? Так одна осталась. А тут что? Минус 160. Давай в атаку все. Минус 10 боевой дух легиона, защита игрока 20, минус 240, пропавшие легионеры. Сразу раненый, кажется, сам за себя. Давай, короче. Победа есть, праздновать десятка. Полевой лазарет 163 можно вернуть, можно не возвращать. Область трофеев. Давай попробуем захватить добычу. Так, а вот прищучили. Петроний, наверное, от тебя, мне кажется. Петроний, тебя, наверное, прищучили, мне кажется. Да, Петроний? Нет, не Петроний. Ну и хрен с ним. Главное, чтобы не Петроний. Петроний просто единственный, кого я качал. Так, обычные обломки, нифига интересного. Ну все, у меня Петроний пропал. Ой, не Петроний, Виланий. Я даже с ним не знаком был. Ну и хорошо. Меньше привыкаешь, как в прошлой серии меня бомбило, блин, за потерю моих претарианцев. Каменоломню смирить надо, между прочим. Да, надо смирить, значит, эта территория не годится. А мы где? Я уже теряюсь в это. Вот мы здесь. Каменоломню... А, мне надо добраться сюда в любом случае. Ну давай доберемся. Там и центуриона приобретем. Офигеть, да? Мрут как мухи. А что там мои афроамериканцы делают? Где вы? Легион, который я зачем-то кормлю.
Зачем я вас кормлю? Вы добывайте так-то что-то, если я вас держу для чего-то ж. Мы доехали? Доехали. Тоже мне. Самое интересное, что вот этого Центуриона, вот так и надо с ними поступать. Короче, только чтобы у тебя войско было по полной. И набирать, короче, вообще леваков набирать. И не привязываться к ним. А то я там к ним привязываться начал. Вот, смотрите, место освободилось. Да бери любого за 500, бери. О, Наврелий. С артиллерией. И вот, пожалуйста. Толку, что никакого в прокачке нет. Если бы они брали, вот, например, еще одна специализация после покупки за 500, так такого не додумались сделать, хотя это важно. Все остальное не важно, вот это важно, а этого нет. Хотя уровень 12. Я же не буду его войско брать, у меня уже претарианцы, сформированный отряд со своей одеждой, со своими навыками. Я же не буду нового брать. Равнодушие, лояльность, нерешительность, раздражение, раздражение. Ну давай лояльность. Цита, давай, будешь следующей жертвой, чувствую. За 500 тебя нанимаю. Гай, Фуфий. Еще и Фуфий. Ну все, Фуфий нам всем, я чувствую. Так, тут все восполнено. Здесь давай восполним. Чтобы войско было по полной программе. Чтобы не было сомнений, что мы проиграем. Центурионов можете перебить, кроме Петрония. Конечно, Петроний это один из последних, кого я восстанавливал. Так, а мы можем что-то прокачать? Ну подожди. Да, можем прокачать. Что нам бани опять предлагают? Нафиг нужны ваши бани, скажите. Мне лучше вот это прокачать. Мне до этого не хватает одной фермы и дубильни одной. Вот это вот... Посмотреть товары, какие появятся. Это интересно, конечно. Но это еще пока надо усмирить народ. Опять на каменоломню сходить. Хотя это сейчас сделаю, так понимаю... Не обязательное задание, но у меня есть предположение, что потом мне скажут 20 надо будет зачистить кусков региона. Местные жители готовятся к наступлению, чтобы вернуть себе свои земли. Мы получили сообщение о том, что мастера по изготовлению луков и стрел собрались вместе и заготавливают огромное количество стрел. К счастью, все это хранится в одном месте. Неужели они думают, что стрелы помогут им против тяжелой пехоты? Если стрел будет много, какая-нибудь рано или поздно найдет брешь между нашими щитами. Почему они все хранят все в одном месте, это очень плохое тактическое решение. Но я бы не стал смотреть зубы даренному коню. О каком количестве мастеров идет речь? Там, по крайней мере, 12 мастеров, которые помогают несколько местных охотников. Они представляют собой очень удобную цель, давай сожжем этот склад дотла. От такого сокрушительного удара они уже наверняка не оправятся. Абелегат, опять сжечь. А как же ж мне сжечь, если мне нечем сжигать? Как нам улучшить мораль? Баню построить? Как? Опять надо поджигать. Так может мне создать факел? Так они создаются как-то странно. Или они у меня... Подождите, каких... Подожди, тактически. Захожу. Мне нужно создать, например, факел. Да? Или сосуд с греческим огнем. Я могу создать один еще. Один всего. Факел я могу создать тоже один, потому что все подвязано под сосуд с маслом. Ну, гениально просто. Давай лучше сосуд... Давай факел. Не, давай лучше сосуд с греческим огнем. Тут еще есть вот это вот. А что она заменяет? Гениально. Один факел могу создать. За всю игру, блин, я могу создать один факел, который валяется везде. Я только могу один факел. И то он будет создаваться 6 часов. Намотать тряпку на палку, блин. Ох, 6 часов наматывать тряпку на палку. Нет слов. Еще и 100 монет заплатить за это какому-то бездельнику. Давайте лучше это сделаем. Или нет? Нет, это я могу восстановить там. Давай лучше факел сделать. Нет, я не смогу восстановить без огня сосуда. 6 часов. Ну давай создадим. 6 часов сейчас кого-то сюда отправим. Еще селитра нужно. Боже, как все сложно. Да, хочу назначить, что у меня есть бездельник один. Вот он. Хотя лучше, наверное. Ладно, он пойдет. 6 часов.
Тут бы быстрее было дело, но... Но я все равно 6 часов сейчас промотаю, просто постою. Главное, в лагере нельзя 6 часов промотать. Но жесть, что нельзя в лагере 6 часов промотать, сделать опцию. Я должен выйти с лагеря и промотать там 6 часов. Круто. Ну, мотай 6 часов. Нравится. Это скорость 3? Где скорость 8? Сосуд с греческим огнем создан. Хорошо. Благодарю. Пошли посмотрим. Сосуд с греческим огнем. Взял. Теперь у меня есть сосуд с греческим огнем. Инвентарь. Так, Квинтили Бубулкус. Ну, у него свое есть. Вот Цеза свое есть. Синераса свое есть. Так, подожди. Туда идет Цеза. И идут другие ребята. Вот ему давай. Все у него будет. Потому что на эти вылазки мы идем с претарианцами. А у них факелов нет, потому что факел попробуй, блин, создать. Потому что он с масла создается за 6 часов. А масло выпадает очень редко. Купить его вообще нигде нельзя. Может, прокачать рынок, конечно, надо было. И все получится. Но у меня есть сомнения. Ладно, где там у нас бездельник? Иди сюда. Иди тактику добывай нам хотя бы 25 часов раз в день. Ой, ужас какой. Какой ужас. Ладно, где эта каменоломня несчастная? Вон она же там, где. Вдали, вон там. Ну пошли ее усмирим. Блин, как вы задолбали уже с этими... ограбить труп, оставить его трупом, похоронить вместе с вещами. Похоронил вместе с вещами, одобряют, не одобряют. Сколько ж мы трупов-то находим, да? Одни трупы вокруг. И главное, одинаковые. То крысы, то трупы. Задание легиона, там рабы у нас. Каменоломня, захожу. Цеза и кучка бездельников, которым тоже надо что-то сжечь, поджечь. Бомбий последний. Я хоть выдал огонь тому, кому надо. Я выдал огонь, по-моему, тебе, да? По-моему, ему. Тут сразу к делу. Тут сразу к делу. Что надо сделать? Хоть бы, блин, оригинальнее. То же самое. То же самое. Вы можете взять факел у костра. А хватит ли факелов у костра? Факел, вон, там костер один, 5 штук. Мне надо 7 разбить. Вверху факел. О, тут есть костры. А там костры забыли поставить. Это не костер. Да, место хорошее, сразу видно. Хоть бери и отступай сразу. И мы еще снизу. Как мы туда попали? Снизу. Не знаю, короче, сейчас забегать придется всем наверх. В принципе, отсюда тоже можно забежать. Где лучники? А чего у меня лучников не хватает? А, вон один. Сейчас бежать придется, ребята. Наверх надо забегать. Тут мы не выстоим просто. Да, хоть не за нами, это явно. Нет, за нами. Чтобы сюда пробиться, надо сначала сломать эту штуку. Кто будет ломать? Никто. А мы не можем туда залезть. По лестнице только, понятно? А, еще и подожди, еще не по лестнице. Нифига, это все бутафория, вы серьезно? Это все бутафория. А зачем вы это выделили красным, если это бутафория? А факел тоже бутафория? И факел бутафория. Так мы не можем туда дотянуться или что? Не понял. А как же мы все это сделаем, если это все бутафория? А я в шоке. Все серьезно? Это все бутафория?
Что, серьезно, мы не можем сюда попасть. Это все так, нарисовано для картинки. Так может и это бутафория? А нет, не бутафория. Там можно драться, а тут нельзя драться. Не-не-не-не, вы мне это бросьте. Фух, какой ужас. Попадем? Попадем, 4-5, но... Слабовато, 12-13. Ранили хоть? Сопротивление отравления, да неудивительно. А камень не метнем в него, не? Не. Ну что, прячьтесь там вверху, лучники, они сейчас нас разобьют просто хренам. Иди сюда, хоть того уберем. Пипец какой-то. Убили, наконец-то. А вверху можно? Да даже нужно. 6 урона и кровотечение. Ну и прячься дальше. Просто бить будет очень страшно. А нас все со щитами, да? Ну почти. А вы можете сюда залезть? А сюда можно залезть? Надеюсь, что можно. Давайте сюда тогда. Что там, блин? А там что-то было, да? Знаю. Это же, блин, анархия. Что хотим, то и делаем. Где там ловушка, мать вашу? Где тут ловушки? Я ж не вижу ловушек-то, блин. Держись, держись. Мы пройдем эту игру, я верю в это. Там где-то ловушки, короче, скрытые где-то. Там вообще где-то ловушки, непонятно, где там ловушки. Где ловушки? Они что, здесь реально ловушки есть? У всех увечья. Все переигрывать? Да. В песке ловушки? Так я хотел обойти ловушки. А я думал, я в защите сейчас сижу. А камера нет, слабо показать, куда прилетело. Наверное, да. Пипец спрятался. А, так они еще факелы мои забирают, чтобы мне меньше было. А те факелы в бутафории находятся. Да, лучше, знаете, пословица есть, лучше меньше, да лучше. Чем затягивать до вот такого абсурда, лучше игру делать более лаконичной. Я эту студию буду обходить стороной, когда буду видеть их игры. Это пипец. Зачем вы мне показываете ход нейтральной стороны? Вот к чему вот это вот? Ребята только что по ловушкам прошли. Там ловушки, да, или что-то? Я не знаю, мы сейчас все умираем, короче. Я могу не добежать просто до него. Я не добегу до него. Нет, тут уже ловушек нет, тут пробежал народ. Да, господа. Да, господа, это жесть, конечно. Давай наверх. Так мы кровью истечем просто. Это вот этих вот штуках ловушки должны находиться или что? Чего этого меня чуть не убили, не пойму. Ни с того, ни с сего. 5-6, 5-6. Давай по этой. 5 урона и кровотечение. Ну прячься, она же что-то расстреляет нафиг всех. Иди сюда. Ловушка? Нет. Цезарь, а ты не добежишь? А Цезарь уже не может добежать, тут закрыто. Или он ранен? Наверное, ранен. Ну, подходите сюда тогда. Прячьтесь тогда под скалой. Да, сюда мы не можем залезть. А ну выйди сюда. Не понял. А. Лёу. Кстати, лидер. Сопротивление отравления, ну понятно. Прячься здесь. Правда, народ подходит постепенно. Давай спрячемся здесь. Там он идет с копьем уже.
Вот собака. Я думал, не сможет выстрелить под таким углом. Но это не про нас. Конечно же, не про нас. И самое интересное, что мне надо еще и... Еще мне надо уничтожить эту хрень, ту, которую мы только что уничтожали, еще раз. Да, серии надо делать по 3-4 часа этой игры, чтобы побыстрее она проматывалась у нас. Тут надо автобой везде ставить, не только на битве квадратчиков, реально. Надо, я считаю, больше уделять времени нейтральным персонажам. Все сейчас умрет, мне кажется, да? Где наш доктор? Короче, выползай. Нет, ты выползай. Сколько у него здоровья? 4, давай. Моральный дух будет подорван. Убей ее. Все. Такое бывает, да. Так, ты, иди сюда. Ты тут горишь, тебя надо срочно и тушить, и спасать. Все на свете делать. Он это может. Все готово. И сюда, да. Странное копье какое-то, надо его менять. 8 крит. Хорош. До факела не добраться. Так, что у нас тут снизу? Что у нас тут сверху? Можем расстрелять и этих, и вот этих. Сколько у него? 20. А еще есть лучники, лучницы или кто-нибудь? Мы будем держать оборону? Или залезем просто наверх? Я думаю, надо залезть наверх, остальные пусть что хотят, то и делают. Давай устраним лучницу. Годится. Заползай наверх. Мы сейчас все туда залезем, а эти пусть стоят. Они все равно к нам не залезут, потому что точек не хватит. Логично. Да, вполне. Вполне логично и оправдано. Это добьем, нет? Нет. Дальность не та. А это цель не видна, да? Из-за тебя? Возможно. Ну, теперь должна быть видна. Сопротивление отравления, ну неудивительно. Так, кто у нас остался внизу? Их тоже надо забирать. Это ж не дело. Давай сюда. А эти пусть попробуют забраться ко мне. Ха-ха. Ха, со своими щитами. Я бы мог, конечно, его прирезать. А зачем? Я просто здесь стану со щитом. Да, Цеза? Это не Цеза, это Публий. Ну вот, Публи, да. И стой себе, все, ждем. Это сейчас, конечно, в нас выстрелит еще раз. Больно. Но эти не залезут, им надо обходить будет. Никак они не залезут, никак. Игра не предусмотрела такой вариант, чтобы народ залез. Поскольку тут все почти бутафорное вокруг, вот так и живем. Добей вот этого. Блин, копье! Добить нечем, мать твою ж. Цель должна стоять. Цель должна стоять. Цель должна стоять. Лежачих не добить ничем. Для этого второй вид оружия должен быть, да? Ну давай вылечимся для начала. Тогда этот трезубец надо убирать или менять его параметры. Ну добей его рукой хотя бы, не знаю. Раз такое дело. Представляете, чем приходится добивать? Ужас. Ужас. Ладно, ползи сюда. Эта дамочка попала. Да, дамочка. Попала. Так, ну а мы нижних просто обстреливаем. Чтоб не умничали. Давай сюда. Не попали ни в кого. Бывает. Так, за счет высоты сможем? Думаю, сможем.
Не то, что сможем, а обязаны. Ну, вот этого мы не возьмем. А это что, быстрый выстрел? Пулющий урона. А что вы этот, не понял? Ты его не видишь или что? Цель не видна, почему? А, попадает не туда. А если отсюда? Это вообще идеальное место для стрельбы. Конечно, видна. Только что жив еще, скотина. Камень метнуть? Не. Все, держи, они сюда не залезут. Они обречены. Они только стоят. К сожалению, мы щиты тоже не пробьем. А хотелось бы. Ну давай так, так. Да, отражение урона. Ну что, давайте... А, так лучше в следующий раз. Лучше в следующий раз, потому что мы не добьем. Никак не добьем. Добей вот этих лежачих. Хорошо. Все, они же ж мозгов не хватит долезть сюда. Правильно? Правильно. Добьем тех, кто есть. Ну все, сползайте вниз. Сейчас будем их это обезоруживать. И сверху добивать стрелами. Потому что по-другому-то никак. Понятно. Все, давай стрелы. Окей. Ну и в голову. Все, готов. Так, ты иди сюда. Даже сюда. Удар с плеча. Снимай с него. Броню, но больше ничего предложить не могу, к сожалению, пока что. Мы его и так добьем. Да-да-да, ослеплен, хорошо. На. А, никак. Нет, ты его давай добивай. Не-не, этим вот этим. Сняли, сняли, а ты давай его прорежь. Хорош, сможешь в голову? Конечно. Не, еще жив, крепенький, блин. Цель не видна, она отсюда будет видна точно. Ну хоть подкрепления нет, представьте, в этом аду еще подкрепление ждать. Мне не видна, ничего не могу сделать. Даже камень бросить не могу. Ну все, ждите тогда. Сейчас щит будет восстанавливать. Все, все. Ну, теперь кто за факелом, кто не за факелом, короче, побежали. Хотя вы уже должны были быть здесь, товарищи. Хотя это все можно и сломать. Костер у нас, по сути, один получается. До этого костра не добежать. Факельного. А других костров и нет. Вот и думай, да, как это все делать. Один факел они взяли. Надеюсь, сейчас можно будет руками разбить что-то. Потому что это будет очень прискорбно, если нет. Создать много факелов я не могу, нет ресурсов. Ну бегите, я не знаю, разбивать сейчас будем. То, что сможет. Все, врагов нет, давай. Расхреначит это дело. Да, можно сломать, отлично. Это здорово, что можно сломать. Так ломать тогда, зачем эти факелы? Все, это надо 5 штук. Ну, бери, конечно. Оно-то сгорит само. Если швырнуть. Если швырнуть в центр. Повернись обратно. Что-то нет больше факела? Сюда, пожалуйста. Ударить не могу. Короче, надо менять эту хрень, что у него в руках. Он вообще ничего не бьет. Бесполезный вообще воин. Руками биться.
Зачем брать, давать оружие? А кого я ударил? А, я еще и не сломал ничего. Зачем давать оружие, если оно не может нанести урон практически ничему? Это я о том же. Не могу тоже дотянуться, но бывает, ладно. Ладно, давай свой факел. Брось еще куда-нибудь. А, нам уже все горит. Он сейчас все взорвется, три штуки будет. Ладно, хватит. Почему нельзя с боя факел взять? Когда ты с боя выходишь, то нельзя с боя нахватать. Они не сохраняются, по-моему. Факелы, которые мы собираем. Ломай. Еще три. Восемь урона, еще не сломаем, блин. Бросай сюда, пусть горит. Два. Эти все загорелись. Один. Этот не добежит, наверное. Все, выгорание. Да, ну и занудство, конечно. Два задания одинаковых. Ну, это, конечно, случайность, что оно так вышло. Мы-то могли бы найти эти два региона в разном порядке. Но когда они два вместе попадаются, это что-то с чем-то, конечно. Еще есть что украсть. Но бутафория мне больше понравилась. Есть костер с факелами. Ну ты туда не ходи, ты ж можешь обойти врагов. Правильно? Я ж думаю, высоту занять пойти. И захватить все со всех сторон. Нет, туда нельзя ходить. Ты ходи туда, куда тебе сказали. Там, где бой будет сложнее. А если ты обойдешь сверху, это ж не годится никуда. Мы будем забирать, нет, ящик? Или мы будем на него смотреть? Есть еще что-нибудь? Вот, смотри, есть костер, высота. Забираешь высоту и просто покидаешь это место, расстреливая их с высоты стрелами. Нет. А где мои лошади? А вон они, жди. Да. Мы долго будем прыгать? Ага, это такой ритуал. Сколько мне еще земель надо захватить? Там я видел как минимум 3 или 4 еще по пути в Александрию. Не знаю, но... О, стой. Тут еще оказывается что-то было. А, тут еще один костер был. Скрытый костер. А я тут не досмотрел, оказывается. Еще один костер был. Вот что сейчас факелы, которые я выношу с поля боя, не сохранить, а? Для будущих битв. Сектор завоеван. Какой-то он мутный весь. Так, сектор завоеван, сюда. Пошел, быстро. Забрал. А ты давай посмотри, что здесь. Лесопилка. И еще какая-то фигня. Можешь взять сундук, если он тут по прямой. Пока эти захватят каменоломню. Ух ты, крепость 3. Ничего себе щит. Правда, без параметров жалко. Тут так не пройдешь просто. Ладно, не трогай эту карту. Вон еще одна осталась по соседству, блин. Может сюда... Ладно, нет, давайте все сюда соберемся. Ну его нафиг, давай сюда. Хватит с меня сегодня здесь. Надо серии, конечно, делать поболее. Вон еще по соседству есть. Смертоносное жало. Опять кого-то укусили. Замечательно. Цезу укусили. Надо побыстрее разбираться с этими вот этими вот делами. Потому что это настолько однообразно. Я же говорю, лучше меньше, да лучше. Когда ты понимаешь, что
Ну, ладно, сейчас пусть заберет. Ты захватываешь, нет? Захватывает. А это можно захватить? Можно. Сейчас уже на нас нападать будет, между прочим. И вон еще, внизу. Цеза, подожди, блин, сейчас помрет еще. Нашествие грызунов. Как оригинально. А это что за квест? А, это был просто, я понял. Все, друзья, слева у меня еще один город, справа еще один город. Начинаем следующую серию захватов слева и справа, потому что все равно тут ничего другого предложить не могут, как захватывать только эти земли потом снова. В любом случае придется. Что бы ты ни делал, сейчас подождите, Цеза в больницу положу. То забуду и помрет. Не хватало Цеза потерять. Сегодня пришлось целую серию посвятить, можно назвать это серией однообразия. Мы с вами даже выполняли усмирение одинаковыми способами. Нужно было разрушить сначала одни ящики с оружием, потом вторые. Так, Цеза, госпиталь. 42 часа, все, будет лечиться. Улучшение, жду базара. Еще не нашел дубильню. Хочу посмотреть, может быть, мне эти масла... которые на факел надо на улучшенном базаре покупать. Потому что так я не могу понять, как, неужели, блин, неужели не могу факел создать лишний? Настолько редкая вещь, что ли? Может, реально мне надо базар прокачать было? Ох ты, тут что-то новенькое. Такое не... Вау! А что это такое со стрелочкой? Попробуй догадаться, да? Терпеливое... А, это улучшение черепахи. Это улучшение. Защита 35. Защита игрока 20, защита минус 10. Терпеливая черепаха. Рубящая черепаха, минус 10. Давай вот эту рубящую черепаху. Ух ты, захватить добычу 10 до 20%, боевой дух 5, 15 до 30. Давай боевой дух 5. Это мы улучшили наши карточки, которые были. Средняя вероятность выживания 70%, минус 20, вернувшиеся легионеры, боевой дух 5, давай боевой дух. Так, доступные тактики. Защита игрока... Ого! Я что-то не нажимал на эту кнопочку уже давно, я вижу. А, это те, которые у меня есть. Фу, точно. А это улучшение, пошли уже. У меня есть идея, как нам улучшить мораль. Баню построить. Да ты что? Так, а здесь мы тоже сделали, да, все, назначение. Да, он работает. Пусть работает, мешать ему не буду. По квестам проверяем. По квестам завоевания Африки всю побочку выполнили. В Александрию идем. Тут написали, можете выполнять, можете не выполнять. 13-12. Но посмотрите, потом будет 15 и 19. И 17 будет. Вот посмотрите. А мы уже туда придем готовенькие. У нас уже все будет фактически. Придем, захватим и уйдем. Ну там будет, наверное, весело, но все же. А вот, кстати, неплохо. Египетского копейщика. Неплохо. А неплохо. Хороший легкий доспех. Это хороший сильный доспех. Два. Синера, схож? Для тебя чисто. Синера, смотри. Как раз. Ты ж у нас доктор. Так, это не взять. Там лопата какая-то, какие-то мечи. Подожди, еще сейчас тут пробежимся. Это что? Лунула 2. 5-8% рубящему. Сопротивление 6 рубящему. Ладно, подожди, сейчас. Щит даже есть лучше, но он обычный, простой. Ой, маска какая хорошая. Вакул, подожди, а другим людям? 11, нифига себе, маску оторвал. Лохогос, название не очень, но держитесь там. Отлично, Лохогос. Дионеры, ну как тебе не дать эту маску? Так, где они редали? А тут намекают, что доспехи есть лучше. Бестия, смотри.
Не, убейся чуть лучше. Синерас поменяли. А где это Цеза? Цеза недоступен. Цеза, ну пролетел-то, я чувствую. Меняй, Вакул. Меняй, пока дают. Потом не дадут, будешь жалеть. Цеза придет и все. Так, 11-12, 11-12. 8-12, 10. Минимальный урон улучшен. Точность 10-10, критический 5-5. Ну, тут лучше лук, конечно, чуть-чуть. Ну, там минимальный, конечно, больше, но все же. Это что за фигня? Вот это надо заменить. Такая хрень. Только удар стоящему чуваку можно нанести. Все. До этого лучше, по-моему, доспех. Ладно, не меняй. Пока не меняй. Не меняй. Так, Цеза, у тебя там что? Да у Цеза все в порядке. Даже голова... Может, голова, конечно, и лучше была. Но не надо болеть. Все, поменяли все, что есть. Хорошо. Цеза, что от тебя... Подожди. Кому я отдал голову? Я отдал голову... Ну, кому еще мог отдать голову? Денири, конечно. Хорошая голова, кстати, хорошая. Ладно, все, друзья. В следующей серии, я думаю, мы до Александрии доползем с вами. Всеми правдами и неправдами и завоюем ее. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был Дмитрий, канал Shadow Real Play. До новых серий в экспедиции в Рим. Пока.